каждый из этих предметов очень интересен. Очень красив сам по себе. Вот, например, вот такая вот деревянная шкатулочка с резьбой. Эта резьба напоминает мне солнышки. Шкатулочка из такого светлого желтоватого дерева, покрытая тоненьким-тоненьким слоем лака, чтобы она вот так вот красиво-красиво переливалась и, наверное, не портилась со временем. Вот здесь тоже есть резьба. Технологиям нашей древности, древних ремесленников. Очень интересная резьба. Такая вот прекрасная деревянная шкатулочка. Сейчас мы ее откроем. Так. Вот внутри здесь можно хранить всякие разные. Например, украшения или какую-нибудь еще интересную вещь. Можно собирать. Поставим ее здесь, вот так вот, вот рядышком. Покажу еще одну шкатулочку. Вот такую вот красивейшую шкатулочку. Здесь красочками нарисованы полевые цветы. Очень самобытная, редкая шкатулочка. Тоже деревянная. Она окрашена.
Очень красиво смотрится на столе. Придает особый уют, особую атмосферу. Очень красивая полка. Вот. Ложечку.